Всем привет! Меня зовут Денис, и мы с моей супругой Ириной ведем в Инстаграме семейный блог, в котором рассказываем про жизнь молодой, новоиспеченной семьи, в которой 6 месяцев назад появился ребенок, наш сын Лев. В Инстаграме об этом довольно полно и интересно рассказывает моя супруга, а я буду вести канал YouTube Мазыкея, где буду рассказывать про жизнь молодого отца. А мы с моей супругой договорились о том, что раз в неделю все заботы о ребенке беру на себя я. Посмотрим, что из этого получится. А сейчас приглашаю вас в наше утро. Пойдемте. Доброе утро, сынок. Мы уже с мамой увидели по видео няня, что ты проснулся. Как спалось тебе? Давай, группируйся. Группируйся. Готов к новому дню? Готов. Сейчас пойдем с тобой делать утреннюю гимнастику. И вам покажем. После того, как мы проснулись, у нас утренняя гимнастика. Мы начинаем ее с опоры на руках. Давай, ставь ручки. Так, молодец. Я поддерживаю его снизу, руку убираю. Видите, стоит. Вот. Теперь немножко раскачиваемся, молодец. И упражнение третье, скольжение на руках. Давай, скользим, молодец. Ну, а поскольку наша мама в своем блоге ведет статистику по весу, я буду вести статистику по росту. Поехали. Левка. Так, ножку выпрямляем. Давай, молодец. 66. Поехали дальше. Опа, молодец. Ну а сейчас для нас случилось радостное маленькое событие. Не думал раньше, что я буду это так называть, но Лёва у нас ходил в туалет. Берем наши любимые лаваларовские салфетки. Лёвику они очень нравятся. И протираем. И идем мыть. Наше любимое средство Baby Soap. Мыло просто волшебное. Хватает надолго. Уже пользуемся месяца 4. Там еще полбанки есть. Это еще не все. Теперь мы протираем твою нежную попку веледовским средством с календулой. Тебе очень нравится. Ну а теперь, когда все процедуры сделали, надо одеваться. Одеваем подгузник. Держу ребенка, не отпускаю ни в коем случае. Одеваем лаваларовские. У нас прям все лавалары, салфетки, подгузники. Кстати, раньше использовали Хаггис. Там было написано спинка, животик. Здесь такого нет, но все понятно. Я уже знаю, где липучки, там спинка. Давай, группируемся. Опа! Опа! Ты мой хороший. Все, теперь готовы дальше играть. Здесь главное держать правильно вот за корпус и развлекаться. Давай. Забавное упражнение. Сейчас упражнение, которое называется лифт. Поднимаем ребенка и вверх, и вниз. Тут главное правильно держать. Держать нужно за корпус.
Не за плечики, а именно за корпус. И поехали. Лифт поднимается вверх. Ну а сейчас, пожалуй, один из самых лучших этапов дня – это кормление. Готовим мы смесь несколько заранее, при температуре 70 градусов. Кстати, помогает нам в приготовлении смеси вот такая бутылочка от Pigeon. Нам ее рекомендовали подписчики в Инстаграме и очень советовали продавцы-консультанты в Мазакея. Скажу вам честно, мы крайне довольны. Вот такая бутылочка, к тому же она антиколиковая. Добавляем водички и необходимое количество смеси на наш рост и вес. Опа! Покушать мы любим. Давай, держи сам. Покажи, как ты умеешь. А теперь мы готовимся отдыхать к дневному сну. У нас получается так, что мы его укачиваем на фитболе. По-другому наш Лёвик не засыпает. Мы очень много услышали отзывов разных о том, что зря вы укачиваете на фитболе. Ну, так получилось, что у нас он по-другому не засыпает. Просто сейчас мы понимаем, что все дети разные. И к этому нужно просто относиться спокойнее. Каждый родитель сам знает, как комфортнее засыпать его ребенку. Вот нашему комфортно так. Он уже глазки закрывает. Вы знаете, я раньше очень часто слышал от других людей, что дети – это счастье. И вот скажу вам по-настоящему всю глубину этой фразы. Ты понимаешь только тогда, когда у тебя появляется собственный ребенок. Хочется возвращаться домой, покупать для него все самое лучшее. В общем, это непередаваемые эмоции.